Новая мастерская для студентов. В Петропавловском машиностроительном колледже открылся токарный цех программного управления. Теперь будущие специалисты смогут повысить свои профессиональные навыки и стать более востребованными работниками по окончании учебного заведения. Репортаж нашего корреспондента Армана Баянде. Это современный токарный станок, и создан он в Швейцарии. Предназначен для холодной обработки металла, он не только безопасен для оператора, который будет за ним трудиться, но и позволяет значительно сэкономить производство деталей. Если раньше на такой вот болт требовалось 20 минут, то теперь вдвое меньше. Так как наш колледж является пилотным проектом во внедрении дуальной системы образования в нашем регионе, второй год работы в данном проекте позволяет нам сделать выводы, что те средства, которые выделяет государство, были использованы своевременно и по назначению. Потому что данное оборудование сегодня говорит о том, что мы идем вперед со временем. Из фонда республиканского бюджета было потрачено, использовано 25 миллионов. По программе внедрения дуальной системы. Участниками церемонии открытия токарного цеха стали социальные партнеры колледжа. Один из них – Петропавловский завод тяжелого машиностроения. Сегодня предприятие нуждается в квалифицированных специалистах, а в учебном заведении созданы все условия для обучения таковых, говорит заместитель главного технолога Лариса Лукьянова. Конечно, работодатель отдает должное людям подготовленным, людям обученным, людям знающим. И сейчас идет очень жесткий отбор. Если ты знаешь, ты можешь претендовать на большую заработную плату, ты можешь претендовать на получение достойных заказов. На предприятии всегда открыты двери для молодых специалистов. У нас сейчас работает 7 учеников, выпускников колледжа. И вот из них двое являются лучшими по профессии. Всего по специальности станочник широкого профиля в машиностроительном колледже обучаются порядка 60 студентов. Теперь перед ними открылись новые возможности. Они будут оттачивать свои навыки на высокотехнологичном оборудовании. Я учусь на 3-м курсе. Теперь мы будем обучаться на этих станках и потихоньку осваивать их. Это очень хорошо. После того, как мы окончим колледж, нам будет легче найти работу. В настоящее время по специальностям технического профиля в машиностроительном колледже обучают порядка 250 человек. Арман Баянде, Жылдызбек Ермуканов, новости МТРК.